Привет любителям удивительных фактов! Интеллект собаки, подобно человеческому, проявляется в различных формах. Лучшие качества породы могут быть развиты только с участием хозяина, который вкладывает в животное личное время и усилия. То есть самая умная собака в мире будет у того, кто много занимается с собакой и проводит с ней много времени. Разумеется, чтобы помочь собаке успешно развиться в деле, для которого она была выведена, нужно обязательно принимать во внимание предназначение породы. В этом видео мы познакомим вас с породами, которые считаются самыми умными и легко обучаемыми. Представляем вам топ-5 самых умных пород собак. Шелти – это колли в миниатюре. Изначально она выведена как пастушья собака. Шелти нравится общество. Она довольно быстро осваивается в семьях и становится не только украшением, а и надежным охранником жилища. Представители этой группы пород очень недоверчивы к незнакомцам. Они не потерпят фамильярности и заигрываний, таких как почесывание за ушком. Преимущество благородной шелти состоит в том, что она схватывает все сразу и не нуждается в долгих дрессировках. Этот тип собак – настоящий интеллигент, который сделает все, чтобы понравиться вам. Изначально порода золотистых ретриверов была выведена для помощи охотникам. Однако собаки отлично справлялись и с ролью поводырей, помогая слепым. Их прекрасный нюх используется в поисково-спасательных операциях. Золотистый ретривер – любимец детей, и он с большим удовольствием будет проводить время с малышами. Способности ретривера уникальны. Они могут запомнить до 200 команд. Их любят снимать в фильмах. Представители этой породы очень милые, уживчивые и дружелюбные. Их дрессировка не вызывает проблем. Золотистый ретривер очень любит воду и отлично плавает. Немецкая овчарка – очень популярная порода. В роли члена семьи это преданное и смелое существо, защитник хозяина. Часто немецких овчарок используют в полиции и армии. Изначально такая порода была выведена как пастушья и служебная. Ее интеллектуальные способности позволяют запомнить команды практически с первого раза. Но на хозяине этой категории собак лежит огромная ответственность, так как пса необходимо постоянно дрессировать и непрерывно с ним работать. Немецкая овчарка учится новому с удовольствием. Ее смелость позволяет использовать породу даже для прыжков с парашютом. Некоторые ошибочно считают, что пудель – это декоративная собачонка, украшенная бантиками и стрижками. Но эта собака достаточно острого ума, и она может защитить человека, став ему преданным товарищем. Пуделя часто можно увидеть в качестве циркового артиста, благодаря его удивительным способностям к обучению и любви к играм. Эта умная и активная порода ранее часто использовалась на охоте. Пудели отлично плавают, что помогает им легко доставать подстреленную дичь из воды. Также пудели – это прекрасные охотники на трюфели. Собака Border Collie – грациозная, красивая и атлетичная, а благодаря достаточной массе она является стойкой и выносливой. Эта собака имеет пропорциональное строение, что обеспечивает отличную сбалансированность движений. Согласно исследованиям, именно Border Collie является самой умной среди собак. Эта порода отличается ответственностью и трудолюбием, она легко поддается дрессировке. Это не только умные, но и энергичные собаки, поэтому им необходима физическая нагрузка и свобода. Лучше всего для Border Collie подходят подвижные игры и тренировки на свежем воздухе. Эта разновидность пород собак очень привязана к людям. Border Collie – это настоящий трудоголик и отличный пастух. У них настолько сильный инстинкт пастуха, что собаки могут начать выпасать даже членов семьи или домашних животных. Результаты исследований показали, что породы, выведенные недавно, как правило, являются более умными, способными и легче поддающиеся дрессировкам, чем представители давно известных видов. Итак, теперь вы знаете, какие породы собак считаются самыми способными и умными. А какая собака является самой сильной? Пишите свои версии в комментариях. Участники, назвавшие правильный ответ, будут показаны в следующем видео данной рубрики. Хотите узнать еще больше удивительных фактов? Тогда подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного!